Здравствуйте, мои дорогие. Давайте с вами посмотрим, что будет 14 числа. Поставим нашу свечку с подсвечником таким красивым рождественским новогодним. И посмотрим на картах колоды Ленорман, что у нас будет 14 числа. Итак, смотрим. Первая карта — всадник, карта рыбы. И карта клевер. Ну, здесь добавить нечего, все прекрасно, все прекрасные карты вышли. Всадник — это какая-то новость, известие, которое к вам летит, какое-то сообщение. Вообще, в старину всадники — это были те, кто приходил, ходоки такие, приносили новость, рассказывали какие-то новости, все собирались, слушали их. Поэтому здесь какая-то идет новость. Дальше идет король у нас. То есть новости, возможно, о короле или от короля. Какая-то новость, которая, в принципе, вас обрадует. Это счастливая новость. По рыбам еще исполняются желания, мечты какие-то. Блага идут по рыбам. Так что здесь, возможно, новость о том, что выплатят какую-нибудь дополнительную денежную помощь или там на Новый год дадут дополнительные денежки. Вполне может так проиграться, что да, карта работы идет, что здесь может быть начальник как раз с работы вам расскажет о том, чего вы не знали. Это вас порадует, это вам будет таким маленьким счастьем. Ну, а также рыба — это же не только у нас деньги, это, я говорю, блага, это исполнение желаний, это свершение, и это, в принципе, не надо забывать, это король, то есть через какого-то короля могут исполниться какое-то желание. То есть, возможно, вы получите какое-то письмо, сообщение, известие, информацию. И, ну, например, забежит какая-нибудь активная дама на работе, скажет: представляете, шеф нам зарплату повышает, или представляете, оказывается, будет выплата единоразовая такая-то. Ну, это всех, конечно, порадует, и вас в том числе. А может быть, вы получите информацию какую-то, вы писали там куда-то про продвижение своего проекта или еще чего-то, ждали ответ, и тут вам приходит какое-то письмо, и вы говорите: о, здорово, вот как раз мне это нужно, я это ждала. Так, все, дорогие мои, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго, до новых встреч!